Еще один сезон для текстильщика завершился третьим местом. Результат неплохой, но и непродуктивный, считает президент клуба Сергей Пахомов. В понедельник он опубликовал обращение к болельщикам, в котором поблагодарил за проведенный сезон игроков, показавших хороший футбол, но добавил, что в целом клубу, тренерскому составу и менеджменту всех уровней ставить положительных оценок не следует. Нам не хватило в первую очередь воли к победе, может быть, каких-то еще качеств, но в общем и целом этого не произошло. Поэтому, конечно, я не считаю этот сезон провальным, но и в актив его заносить не мне, как президенту клуба, не всему руководящему составу, наверное, не следует. Главный вопрос, который терзает, наверное, всех болельщиков красно-черных, останется ли в новом сезоне на посту главного тренера текстильщика Дмитрий Парфенов. Мы с Димой, я не скрою, уже этот вопрос обсуждали. Пока я, как президент клуба, склонен продлить с ним контракт на следующий год. И вот в таком именно составе, качественном, с таким коллективом, в том числе и с коллективом администраторов клуба, попытаться все-таки повторить то, что мы уже делали однажды, и занять первое место. В новом сезоне как от игроков, так и от тренеров команды ждут только победы. На этот раз для текстильщика не будет задачи минимум. Цель одна – попасть в футбольную национальную лигу. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.